Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем проходить на ультрах 4К с модами на графику Ведьмака 3. Чем мы сегодня с вами займемся в этом прекрасном мире у ботиночки? Меч я взял в прошлой серии, этот мы можем продать, в принципе. Хотя он подороже. Даже. Вызвать кровотечение, вызвать заморозку и критического удара, да? Пробитие доспеха. Не, давайте это пока оставим. Пока не будем продавать. Так, по поводу заданий на сегодня, чем заняться? По следам Цири, это множество мест, это понятно, список блудниц. Пока не знаю. Распутывая клубок, это в другом месте. У нас уровень 13. Ведьмачьи заказы. Неуловимый вор. Так, это неинтересно. Вот есть снаряжение школы Грифона. Найти все чертежи. Обыскать могилу ведьмака Георга. 11 уровень. Давайте возьмем. Это будет, я думаю, интересно. Так, плотва. Тут вопросики есть. Давайте сюда сразу же съездим, пока мы здесь. Взять нечего, да, нечего. Вперед, плотва. Посмотрим там вопросики, что у нас. Утопцы, поди, какие-нибудь, да? Плотва, не ссы. Блин, плотва. Тупая ты, кобыла. Как всегда, придется все делать самому. Утопцы. Гнездо тут. Чудищ. Сколько вас? О, ты что, пернул на меня, что ли? Уклонился. Минус 2. Иди сюда, последний. Где ваше гнездо? Утопцы лезут отсюда, лучше здесь все взорвать. Все. Опыт также получили. Еще один есть. Главный утопец тут. Да иди сюда. Где из тебя потроха? Че, из тебя не выпало потрохов? Как-то плохо все. Чертежи новые нашел. Так, и что еще мы тут видим? Все, больше ничего нет. Рядом кто-то был еще. Еще утопцы, да? Не знаю, нужны ли они мне. Ну, давайте убивать так всех. Надо освободить мир. А, это уже болотники. Да вы че? Это не утопцы. Там еще один болотник. Минус. Болотник очередной.
Здесь мы свои дела, видимо, матчи завершили. Так, гнездо разрушили, все хорошо. Смотрим, где ближайшая переносилка. Вот здесь. А ведьмачьи древности. Нам сюда. Тут еще вопрос рядом есть, да? В принципе, это недалеко. Хотя скакать туда будет не очень удобно. Стоп, я все здесь собрал. Так, все. Но пошла. Не харкайся кровью. И надо бы зиму пережить. Зиму, ночь. Зиму, говорю. Да блин, утопцы достали. Сколько вас здесь? По-моему, вечно можно их тут бить и не добьешь. Печеньки эти были, которые ведьмы развешивали. Нам сюда. Так, а теперь... Ну, либо сюда, либо оттуда. Без разницы, да, в принципе. Тут заодно на вопросик заедем по дороге. Но сначала мы с вами заночуем здесь, да, помедитируем. Потому что и вам удобнее видеть картинку, когда день на Ютубе. И мне поудобней. И поприятнее наслаждаться картинкой, когда светит солнышко. И все красиво. Так, давайте нам вот сюда заехать надо. Все возьмем, может, что-нибудь новое появилось. Что, все вынюхиваете? Я встречал ваших ведьм. Встречал я ваших хозяек. Ведьмы они, а не хозяйки. Зачем же вы так? Судя по их виду, это чудовище в людской одежде. Вы, сударь, должно быть, фисштахом объелись. Я, сказать по правде, всех хозяек не видал, только шептуху, но она-то красавица. Одни зовут их ведьмами, а ты говоришь, хозяйки леса. Те, кто их ведьмами зовет, бездушные дураки. Хозяйки леса много веков наш край хранят. Каким образом? Так злые силы отгоняют. Говорят, 100 весен тому назад они защитили Велин от нашествия волколаков, которые нам скот резали. Ладно, давай. Будь здоров. А этот что плачет? Ладно. Уродина. Уродина. А, что, повешался? Пошла. Да дайте мне развернуться, блин. Как тебя барону люди тут он проучит, не будет. Так. Да, грифона школа будет, видимо, в горах. Вот эта фигня. Искать. Так, вопросик у нас. Тут недалеко, тут волки.
пешком будет попроще, наверное. И на вопросик сможем заглянуть, я думаю. Там и место силы сверху, я вижу. Магия — это место силы. Одно очко умений нам не помешает. Куда его вложить, вопрос? Это, конечно, хороший вопрос. Крушительные удары, память тела. Защиту бы какую-нибудь по-хорошему. Приготовление масла, нанесенное клинки с вероятностью 3% может травить жертву при каждом ударе. Каждый известный рецепт первого уровня алхимии добавляет одно очко к порогу интоксикации. Вот отравленные клинки я бы взял. Пусть будет. Как мне отсюда теперь спуститься и не разбиться? Что там, плотву волки жрут? Плотва, я иду. Ох ты, фак. Это опять этот леший. Перебанный. 20 уровня. Иди в жопу, леший. С лешим не хочу разговаривать. Рассадник чудовищ. А кто тут? Стоп, стоп. Что-то я разогнался. А тут как раз и ведьмачьи доспехи. Так, снизу кто там ходит? Непонятно. Но нам, видимо, сюда. Призрак вижу. Да вы чё? Да, нам, видимо, сюда. Тут опять призраки. Выходи. Призраков я не особо боюсь. Кто-то ломится оттуда. Сюда. Призрак опять. Ох ты, фак. Леший? Не, 20 уровня. Откуда вас столько? А леший, кстати, умирает, смотрите, сам. Он умер. Не знаю из-за чего, но... Он помер. Так, здесь мы можем помедитировать? Можем. Сейчас, значит, пойдем дальше. И если бы с лешим драться, я пока боюсь с ним сетоваться.
Так, против этого, по-моему, Игни. Яд, да. Вот этот вот зеленый. Ой-ой-ой, поджег себя чуть-чуть. Грибы. Кто еще нам попадется? Опять иллюзия. Найти все чертежи. Мне просто посмотреть кто-то. Хочу как-нибудь. Кто там ходит? Если еще один леший, то мы не вывезем. Нет, там не леший. Там какое-то непонятное чудо-юдо. Отойдем пока. Что? Опять появилась яд. Ты кто? А, ты какая-то мелкая тваринка. Хрена себе ты. Перемещаешься. И опять же, ни хренашки не видать же. Дневник нашли, чертеж. Тут что-то еще надо взять. Так, вот еще сундук. Это понятно. В принципе, фиг знает, правильно я сделал, что сюда пошел или нет. Вот. Мы нашли 4 чертежа. Для школы Грифона. Потом это нам надо, чтобы кто-то сделал все дело. Насколько я понимаю, какой-нибудь кузнец. Здесь пригодится глаз Нихоленый. У этого ничего же не было, да? Да, ничего. Где мы вышли? Что он на нее не смотрит? Убитая, убитая просто, да? Видимо, какое-то гнездо гарпии или чего-то. Так, у нас появилось 2 новые метки. Одна здесь. А вторая вот здесь. Одинокая скала. Ну что ж, я думаю, что будем рисковать. Где тут можно переместиться? Покажите мне. Грот драконобойца. Либо деревня. Деревня ближе. Я думаю. Как мне отсюда спускаться? А, так вот, да? Тут еще леший рядом ходит. Отлично, скатились. Потом главное, чтобы нам хватило ингредиентов для того, чтобы
создать эти доспехи. Так, куда нам надо? Сюда, да? Опять эти твари. Их тоже надо валить. Собаки. Все. Это не страшно. Убирай меч. Вперед, плотва! Давайте смотреть, что сейчас здесь будет. Пошла! Оп. Эй! Собак тут дофига, насколько я понимаю. Так, ладно, где мы находимся? Нам вот сюда и через мост, видимо, да? Как раз через еще один вопрос пробежимся. Вперед, плотва! Ну, тут разбойники, насколько я понимаю, да? Что вы тут делаете? Почему его никто не тушит? Потому что мы хотим, чтобы горело. Ясно? Убирайся отсюда. Или мы тебя зажарим вместе с этой гребаной эльфкой. Есть еще и третий вход. Есть еще и третий выход из этой ситуации. Вот такой вот. Третий выход. Расчистить проход и освободить эльфийку. Беги, быстро! Еще у вас есть что, нет? Нет. Что тут вообще стряслось? Почему они хотели тебя сжечь? Они пришли меня грабить, но я им не сказала, где держу добро. Тогда они закрыли меня внутри, пригнали телегу дров и подожгли. Думаю, если бы ты им все рассказала, они бы все равно тебя не выпустили. Я еще не поблагодарила тебя за помощь, Вадгерн. Деньги мои спрятаны в выдолбленном пне за домом. Прошу тебя, возьми оттуда, что хочешь. В эти времена опасно владеть слишком многим. Спасибо. Прощай. За домом пне. Давай посмотрим, что там у тебя за домом пне. Вот в этом, что ли? Да, немного у тебя денег-то было. Кто у нас тут? Опять волки. Пока здесь надо зачищать. Давай. Что-то застрял. Помочь. Это было несложно. Так, ладно. Прием дальше по заданию.
18 уровень уже тут идет. А вот 11. Школа Грифона просто. Так, нам сюда. Вот в Ведьмаке вот эти мне не нравятся. Ведьмак, то что в принципе ты ехал по одному заданию. Миша. А в итоге оказался совершенно в другом. Черт! До свидания, Миша. Платва, не ссы. Хозяин с тобой. Так, еще один будет вопрос. Но. Да, затягиваются поиски. Гнездо чудищ. Накеров. Да? Да, накеры. Пойдем. Да убить его. Так, где у вас гнездышко ваше? Вот оно. Это вход в нору накеров. Минус. Какие-то улучшения собрал. И больше тут вроде ничего нет, да? Так, есть что-то, стоп. Есть мед. Медовые соты я люблю, я их ем. Вот еще, чуть не пропустил. Тут есть что-нибудь? Нет? Вроде нет. Больше ничего. Так, это накеры. И нам в какую сторону? Нам сюда. Убитый эльф? Это не эльф, человек. Лучше пешком пройдусь, подумал я. Зачем я это все набираю, непонятно. Просто интересно, что где есть. В сундуке что-то интересное должно быть, я думаю. Штаны. Штаны меня не особо интересуют, так. Шкуры эти потом можно продать, когда не хватает денег, прям капец как. Так, и нам вот сюда, да? Последний бастион. Похоже, сволочи.
Вроде бы все. Перемещение. С этой стороны больше ничего нет. Патогены собрали. Штанишки какие-то. Укрепленная кожа. Кстати, вот укрепленная кожа будет нужна, наверное, для создания как раз... самого ведьмачьего вот этого снаряжения. Найдите чертежи. Книга обгорела и осталось несколько страниц. Пойдем выше. И у нас перегруз. Что я там набрал? Вот это можно выкинуть. Это вешает до хрена, выбросить. Кстати, броня, сапоги народа Ольх лучше, чем у нас. Одеваем. Мечей никакие же не находил, вроде нет. Ладно, пошли выше. Тут нам надо игни явно. Почему не горит? Так просто пройти надо. Кто там скулит? Гнездо чудищ. Гарпия. Это скулят гарпия. И где у вас тут дом? Чё летит? Ах ты падла. Мелкая. Так, гнездо где-то у них. Вот, да, видимо, здесь гнездо. Здесь гнездятся, да. Гарпии. Уничтожаем. Но не зря это грифоны же, да? Доспехи. Что у нас тут? Давайте вокруг оббежим. Вокруг мы не оббежим. Мы пойдем внутрь, видимо, да? Письма. Чертеж стальной меч школы Грифона. Последняя осталась нам найти. Часть доспеха. Надо наверх подняться ради интереса. И надо продавать ехать. Все. Поэтому мы чуть набрали всего до хера. Там кто-то есть сверху, да? Насколько я понимаю. Как нам туда попасть? Тут не пройдем. Выход сюда. Да, сверху кто-то есть. Окей, сохранимся, потому что страшно, падать будет больно, если чё. Так, тут вряд ли допрыгнет, я думаю, да?
Упал в итоге. Ладно. Получилось, как получилось, да? Мы застряли. Да выйди уже как-нибудь отсюда. А так мы могли войти? Видимо, нет. Ладно. Здесь забрали. Теперь нам надо вот сюда. Сначала нам надо вот сюда. Так. Долгая серия получится, но зато мы найдем весь комплект. Я надеюсь на это. По крайней мере, одинокая скала. Сюда, пожалуйста. Так, а тут я был. Вот уже даже открыто все. Я тут был и лазил. И где мне здесь что найти надо? Если я пойду вниз, если я уйду вниз, то я провалюсь. Там подводная будет фигня, чтобы в нее зайти. Именно сюда. Там будут утопцы, это я помню. Сверху я был. Тоже все забирал так-то. Не мог же я что-то пропустить. Отсюда все забирал. Так, стоп, нет, обратно. Так, вон сундук есть, который подсвечивается, но я боюсь туда падать, если честно. Давайте сохраним. Я же не... Ух, выжил. Отлично. Да, все собрал. Я просто забыл, видимо, заглянуть вот в это место и пропустил его. Как мне теперь отсюда выйти? А, ну да, вот она, лестница просто незаметная, и я никогда туда не залазил. Ну что ж, дорогие друзья, собрали мы с вами комплект полный обмундирования доспехов Грифона и меч Грифона. В следующей серии, я думаю, что уже мы с вами начнем, когда я приду к кузнецу, и сделаем у него весь комплект, посмотрим, будет сильнее он или слабее, чем вот сейчас на нас одета броня. А вы, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, не забывайте поражать ваш королевский лайк и, конечно же, написать комментарии под этим видео. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!